Сегодня депутаты трех комиссий Думы Нижнего Новгорода поддержали регламент проведения конкурса по выбору единого главы города. В нем указано, что заявки на участие смогут подаваться в течение 20 дней после его объявления. Кандидатов смогут выдвигать депутаты Гордумы, но количество поддержавших одного претендента должно быть не менее 1/3 от всего депутатского корпуса. Также свои кандидатуры могут представить партийные фракции и глава Нижегородской области. Конкурсная комиссия будет состоять наполовину из депутатов и работников город-администрации и наполовину из людей, назначенных главой региона. Такой же состав ранее избирался при формировании конкурсной комиссии для выборов сити-менеджера. Депутаты комиссии Думы вынесли данный регламент на обсуждение Гордумы. Ее заседание состоится 13 декабря. Мы еще и обсуждали положение о конкурсе. Вот в соответствии с положением о конкурсе, оно также меняется по сравнению с тем, как мы выбирали сити-менеджера. Там есть субъекты выдвижения, такие как губернатор, то есть он может выдвигать, может выдвигать депутатская фракция или может выдвигать большинство городской думы. Я думаю, что в любом случае все кандидатуры будут сначала обсуждаться внутри городской думы, и только потом мы их будем публично озвучивать. Мы говорили сегодня, что они предложат свое видение развития, свою концепцию на тот период, на который они будут избираться. Конкурсная комиссия, которая будет состоять из 10 человек, 5 человек подвигает Думу, 5 человек дает губернатор, будет рассматривать эти кандидатуры, изучать их предложения, проверять юридическую чистоту интересантов. И после этого минимум двое, так заложено в положении, должны пройти на конкретный отбор.